нам это перепустить. Через это самое. Так, все, запись пошла. Приехали в Кострому. С собой плёскую рыбку принесли, привезли. День леща там. Да. Сейчас будем пробовать. Лещ и судак. Доставай. Вот он, красавец. Да, запах действительно красота. Все. Остановились вот здесь перекусить. В Костроме. Вот, остались от козлика рожки до ножки. Было вкусно, да, мам? Очень. Отлично, согласен. Решили мы попробовать и судака. Сейчас заценим, что и как. Вкусно. Вкусно? Очень. Лучше, чем лещ-то? Лещ покрасливее немножко, а это там нет. Поменьше. Сейчас заценим. Переезжаем к Костромской мост через Волгу. Вот потому теперь едем под мостом вдоль набережной. Сетка Островского на набережной Костромы. И стоит пароходик Иван Кулибин. А то? Волга, Волга. Пароходик. Тур. Скатывайся с тур. Мост, по которому мы ехали. Набережная Костромы. Гуляем. Это вот, по-моему, Александра Невского. Да? Собор, монастырь, как его там назабивали. Часы. Идет строительство, ремонт. Вот. Владимир Ильич нам указывает путь к светлому будущему. Вот туда, в ту сторону. Сейчас сходим, посмотрим, что там. Да, идет ремонт. Не работает пока. С утра были в Плёсе, проходили торговые ряды, а сейчас вот уже в Костроме. Время часа 3 дня. Здесь тоже, похоже, торговые ряды. Такие вот старинные здания, церковь.
Как у музея, действительно. Возьми, может, ты пора. Продолжаем гулять по Костроме. А здесь, похоже, центр Костромы. Там какой-то театр. Вон другой. Памятник Ивану Сусанину, патриоту земли русской. Итак, переночевали в Костроме. Теперь едем в Ярославль. Вот он, Ипатьевский монастырь с утра.